Всем привет, дорогие друзья, с вами Форест, и мы продолжаем прохождение игры Watch Dogs 2. Так, и в предыдущей серии нас взломали, и тут бегает кошак, который везде гадит. Так, по всему экрану. И сейчас мы будем... нам как бы объявили войну, да? И сейчас мы будем надирать задницу одному из этих уродов. Да ладно! А, нет, это не тот. Я думал, это тот чувак, которому в рожу дали, который на нас информацию про меня слил в сеть. А, нет, тут этот дебил. Да, крутяк, шикардо. А это баба? Погодь, я тащусь. А это баба или парень? А, абсосик пришел. Ну, сколько карманных хакеров тебе помогало снять мой неснимаемый лог? Благодарность всем причастна. Ну, я могу попросить вежливо? Или просто отдашь ключ, и я пойду? Что? Это вирус-вымогатель, чмо. А что нужно-то, а? Короче, сделайте этот свой идиотский ролик. Надо же, ты нас фоловишь, не знал. О, небось хотите, чтобы пролы вас обожали? Хер вам по всей морде. Черт! Вот урод, а. Я хочу публичную трансляцию, где сказано, что ДЦК недостойны даже 5 секунд внимания общественности. И поживее. А, может, пристрелить его просто? Поплачьте там. Это все? Угу. Пока. На любой факап. И полетят головы. О, да, а точнее имена, личности. Натурально, кто есть кто? Может, ему в рожу дать? Черт, похоже, у нас нет выбора. А, шагай, учись. А пока, давай, беги и сделай мне видос, который я хочу. Я могу его пристрелить, но почему я не могу его пристрелить? А это парень, баба или кто? Я вообще не пойму. Это что-то за страшное, жирное, уродливое. Блин, он ушел. Я его завалю. Давайте. Подтвердить. Пошли на задание. Будем выполнять пока что основную ветку. Я его завалю нахрен. Маркус, есть минутка? Да, что хотел? Я тут просматривал алгоритм, который мы достали в Нудл, и с ним что-то не так. Результаты неверны. Хочешь, чтобы я взглянул? Да, если можешь. Считай, готово. Так, стоп. Подождите, а что это? Мы же не будем заново разговаривать с этим жирным уродом. Да. Пропускаем. Почему-то... Момент заглючил, и мы снова с ним болтали. И? Что она хочет? Видео, на котором мы на себя клевещем. Да пошла она. Мы напишем ей, она... что согласны, а сами ударим с тыла. Сыны наняли PrimeAid загрузить вирус в банкоматы. Банкоматы, вот оно. Они работают из своего штаба, в рондо-здание. Так, ладно. Чувак, я там была. Я как раз выходила и видела, как этого козла гудеп. Так, тут далеко что у нас? Сан-Франциско. Так, ладно, давайте посмотрим по карте. Это что такое? Данные для операции. Ну ладно, пока что мы не будем этим пользоваться. Так, где у нас задание-то основное? Вот это, наверное, да? Дополнительно. Нет, это дополнительная операция. А основная у нас вот. Котейка. Давайте в магазин сбегаем сначала. Продадим все, что мы наворовали из тачек. Потому что в обычном, в принципе, большая часть времени мы... Ну, как сказать, мы не тратим деньги, да? Боеприпасы полные. Потому что, ну, а смысл нам бабки тратить, да? Если мы не лазим в тачки, мы не собираем бриллианты, мы просто можем телепортироваться в любую точку. Так, погнали. Тихо. Машинку слегка помял. Это спорткар. Прям спорткар. Я не знаю, сколько она гонит, спидометра у меня нету.
И нам надо еще 2 очка, 6 очков, чтобы энергию на максимум качать. Все. Да, припарковался я, как обычно, классно. Стоп. Вот, денежки. О, это кто? Эй, Гули. Здорово, Ретро. Сыны наняли Primate взломать банкоматы? Сыны раньше пользовались сканером кредиток. Так, по мелочи. Но... Короче, ладно, что нам надо сделать? Просто скажите, что мне надо сделать, и все. А то слушайте весь этот бред. Так, уничтожь взломанные банкоматы. Чё? Я сейчас правильно понял, да? Надо уничтожить взломанные банкоматы. Ладно. Так, давайте, камера сначала. Достал банкоматы. Надо их уничтожить, как угодно. Брат, тетушка велит разобраться кое с кем. Так, давайте следующий. Разберемся со следующим банкоматом. Так, а где он? Слишком далеко. Это не моя война. Пусть они друг друга валят. Валите отсюда все. А я возьму с собой пушку и зайду внутрь, как крутой чувак. Так, заходим, прячемся. И начинаем. Это не то! Валим, валим, валим! Блин, я гранатомет не тот взял. Так, готов. Спускаемся вниз и идем к очередному банкомату. Так, у нас есть гранаты? Нет, у нас нет гранат. А... Это что такое? Сервер? Ну, нам надо банкомат взорвать. О! Что делать с этими сраными хакерами? Ах ты урод, а? Грязно. Так, мне патроны нужны. Так, что у него там? Энергия. Ладно, заберем энергию. Так, и остался еще один банкомат и один чувак. Все. Кто меня палит? Кто-то меня палит. А, вот этот чувак. Все, больше меня никто не палит. Так. Это что такое? Так, нет, это нам не надо. Вот это мы заберем. И это взломаем. Просто сейчас взламываем, он взрывает, да, банкомат? Как я понял. Да, просто взрывает банкомат. Все, теперь надо свалить. Мысль донесли? Я будто слышу крики благодарности всех жертв этого гнусного обмана. Ха-ха-ха-ха! Пару кило сбросит, объясняя это сынам. Так, 8. Ладно, пусть стреляют. Так. Стоп. Они в меня гранаты бросили. Вот уроды, а. Так, нам надо как-то отсюда свалить. Но я пока что не придумал как. Так, там вроде чисто. Тут чувак сдох прям в тачке. Ну да, все, сваливаем через вход. Надо только пушку убрать. И все. Да, покинуть убежище байкеров. Ага, вот что это такое. Похоже на какой-то... А, черт! Все. Так, с этим мы закончили. Так, долго нас еще искать будут? Блин, нам бы тачку какую-нибудь. О, привет, ребят. Дай мне тачку.
Дай мне тачку, сказал. Ой, блин. Ну его. Ну давай, садись, погнали. На нитрушке. Все, задание выполнено. Сейчас нам бабки дадут. Ну, а где бабки? Привет, чувак. Ах ты гребаный хомяк! Белуха, сопля, говна кусок! Лени, ты прекрасна, когда злишься. Понимаешь, видео не будет. А знаешь что? Как хотите, мне плевать. Вообще насрать. Давайте, не будем. Мой вирус все еще у вас на сервере. Так, сколько фолловеров? 27 тысяч. Нормально. Так, посмотрим, может еще... А, да, котейка. Продолжается операция. Только мне это вот снова не нравится. Реально. Потому что такое чувство, что мы сейчас... А, нет. Мы на базе. Конечно. Лени. Граждане мира. Минутку вашего жалкого внимания. Тэцэк. Кучка спамеров, повторяющих ваши фиды. Спасибо. Так, он нас спалил, походу. Да, походу нас спалили. Ну да ладно, мы можем, в принципе, так как это она, 27 тысяч фолловеров, ее грохнуть. Так, где мы? Стоп, нам... Подождите. А, нас снова себе татушки бьет. Татушка, кстати, классно выглядит. Система подвела нас всех. Так, заберем бабки. Ух ты, 714. Супер. Так. И давайте-ка заберем татушку. Точнее, татушку Лени или как, кто он там. И в башку ему прострелим. Давно уже пора это сделать. Не, ну реально, зайти, просто взять ствол и башку ей прострелить. Че паримся? Я понимаю, что ей бабок дали дофига, чтобы она это сделала, но... Жалко, что мы бабки не получаем с задания. Так, нет, у всех не все в порядке. Все, заходим. Ну, заходим. Я надеюсь, что сейчас полегче будет. Не, ну я надеюсь, точнее, что мы сейчас просто его завалим. Продолжать. Ненавижу вас. Знаешь почему? Вся эта пропаганда, граффити, анти чего-то там, мы за все хорошее. Слишком серьезно к себе относитесь, засранцы. Да, ты нас не любишь, но пойми, мы на одной стороне, мы можем... Эй! Я, по-твоему, кто? Нубила недоделанный? А сам-то тоже хорош, обмудок, так спалиться. Решил, почему Эй! Бы нет? Ути-путеньки, мать твою! Удачи с дохлыми серваками, лузер! Он ее завалить хочет? Довали ее! Считаем штрих-код с трупа. И все. Так, погнали. 3 километра. А давайте доедем эти 3 километра. Нашли бункер Primate. Олени без понятия. Да ладно. Может... Брось. Вы слишком хорошо о ней думаете. Черт. Вас поняла. Иду на перехват. Да уйди ты. Мы быстро от них уйдем, потому что... Само собой. Рэнч, серьезный вопрос. У нас маленькая машина. Чужой или хищник? Но гоняем мы быстро. На самом деле вопрос бессмысленный. Чужие обычно используют хищников в качестве внешней утробы для особей. А хищники? Они пришли из мира, где нужно убивать, чтобы выжить. Им нужны ксеноморфы для создания армии. В такой экосистеме нет лидера. Ладно, отбросим детали. Гипотетически. Один на один. Кто кого? У Ридли Скотта и у Кэмерона. Мне больше нравится сиквел. О, Маркус, это смелое заявление. Мы к этому еще вернемся. Да ладно. Чужие Кэмерона агрессивны. Так что хищник победит. Было бы, все было же чужой против хищника. В технологическом плане он далеко впереди.
и выстоит против чужого. Но это все равно, что спрашивать, кто победит, один человек или один зомби. Чужие охотятся стаями. Ладно, ладно. А сколько нужно чужих, чтобы уравнять силы? Три. Двух хищник сможет удержать на расстоянии с помощью копья, а вот третий сможет подобраться ближе. Даже если хищник убьет чужого, кислотная кровь разъест его. Трудно. Надо загнать их параметры в вероятностный алгоритм. А битва с судьей Дреддом? Он крепкий, но чужие бились с Бэтменом. Да. Хищник тоже. Вспомни Бэтмена и Супермена против хищника и чужих. И кто кого? Забыл. Да неважно, знаешь, я считаю хищника победителем. Да? Почему же? Хищник сражался со Шварцем. Черт, ты прав. Шварценеггер явно наверху пищевой цепи. Думаешь, кого бы выбрал хищник? Бетти или Веронику? Ни то, ни то. Он бы выбрал Сабрину. Здравая мысль. Опа, еще один обиданный. Хищник круче всех. Да, не зря я езжу на машинке, потому что мы собираем данные по всей... Войти, забрать код, спасти Кики. А можно нам бункер? Можно? Можно. Только ты будешь в нем убираться. Ах, ненавижу убираться. Давай сперва попадем внутрь. Бункер? Вау! Вот я ехал идеально, если бы не этот гребаный фургон. Так, подождите, а мы уже вроде были здесь. Да, какой пробраться у нас план? В бункер. Так, Ленни заперла дверь на славу. Еще идеи? Одна. Там есть старая вентиляционная труба. Это что за уроды? Думаю, давно заброшена. Я найду. Поехали. Так, кто здесь еще есть? А... Блин, он ее не задавил. Жаль. Ладно, тогда старым дедовским способом. Старым дедовским способом. Просто заходим и всех валим. Блин, спалили. Нас, блин, спалили. Ага. У нее бабы, что ли? Типа она... Так, забираем какие-то данные. Так, здесь бункер. Так, здесь куча всякого хлама. Так, стоп. И нам надо наверх как-то попасть. Устроим взрыв. Так, мы вырубили электроэнергию в радиусе. Но вот как залезть наверх, я все еще не вижу. Так, давай. Ну, как-нибудь. Ладно, фиг с этими красками. Потом заберем. Так, давайте перезарядимся. И поехали. В бункер, в принципе, попасть не так сложно, как я смотрю. Просто перестрелять всех и залезть в люк. Правда, пришлось 5 вроде завалить. Не, 4 завалить и 1 вырубить. О. Охренеть. Крутой бункер. Так, тихо. Я внутри. Ух, воняет пивом и носками. Так, начнем. Погнали. Стоп. Вот эта хрень. Это... Подождите, это пластиковая взрывчатка. Твою за ногу, тут все нахрен взорвется. Не трогай мое барахло. Привет, Лени. А я у тебя в гостях как раз. Так. Что у меня у всех? Бум в бункере, моя страховка для сынов. Но так тоже сойдет. Нельзя, чтобы мои харды попали к ушлепкам. Так, фигня все это. Так, 5 минут. Это Лени? Она хочет взорвать бункер. Что? Что там? 2, нет, 3. Или нет? Черт! Может, 4? Не соединены, так что порядок не важен. Сколько узлов? Просто беги оттуда. Народ, народ! Дайте мне подумать.
Так, у меня нет времени думать. Я не знаю, что делать. Я реально не знаю, что делать. Так, давайте-ка заменим все. Попытаюсь сейчас как-то спасти свою педальную задницу. Вот тварь жирная, а. Но я тебе жопу-то надеру все равно. Ты же не надеешься, что ты просто так спасешь свою жирную задницу. Так. Вот тваря. Погнали. Так, стоп. Блин. Вот и все. Так, одна готова. Тварь. Вот тваря. Ладно, я все равно надеру ей задницу. У меня 3 минуты с половиной. Так, думать надо быстро. Так. А этот провод куда идет? А, вот сюда. Так, вниз. Так, ко второй, супер. Так, теперь вот с этой надо разобраться. Я как понимаю, она будет нам мешать, и придется пару раз все заново начинать. Да. Не страшно. Это все нормально. Бывает. Так. Стоп, нам надо еще... Так, вот это. Это готово. И последнее. Ну, тут ничего сложного осталось. Сейчас она нам помешает, само собой. Да, и... Мы, конечно же, психанем разок. Вот овца. Давай, выстраивайся быстрей. Так, тут все нормально. Так, еще раз. Тут все хорошо. Тут все хорошо. Тут все замечательно. Так, осталось только каким-то чудом вот это сделать. А, вот так. Так, стоп, а здесь? А, че? Стоп. Вот. Осталось 2 минуты, дружище. И чё? Вот и всё. Ха-ха. Овца. Боже, ты сраная... Дырка от сраного бублика. Ты глянь. Кажись, я справился. Это ещё не конец. Ну да, как же. Дырка от сраного бублика. Так, надо разминировать всё и забрать себе этот бункер. А еще каким-то чудом залезть наверх. Вот реально, как нам наверх забраться? Эй, Маркус, как тебе наш хакерспейс? Мы наконец-то вывели вонь Primate. Готово? Ага. Рэнч немного похимичил и о-ля-ля. Так, что у нас? Иди зацени. Давайте сбегаем к себе на базу, заценим. Как говорится. Посмотрим, что у нас там в бункере новенького. И эту бабу надо шлепнуть. Да, ее надо шлепнуть. Ну, просто так. Сколько мы получили фолловеров? 233 тысячи! И нам чуть-чуть не хватило до левла. Так. Поехали. Я смотрел на алгоритм предотвращения... преступлений, ну, после фейла на WKZ. Ну, вот и... Вот тут видно, как они размечают районы. Низкий риск, высокий или стрелять на поражение. Офигеть. Так эти районы в Окленде... Высокий риск. Территории банд. Логично. А вот это? Это, друг мой, CTOS без макияжа. Твою мать! Школы, клиники, магазины. Везде стрелять на поражение? А это субсидированное жилье. Охренеть. Этих людей просто выжили из Сан-Франциско. Куда им еще было податься? Запомни свои эмоции, Маркус. Они пригодятся при борьбе с Блю. Ну да, еще как. Ты прав. Это несправедливость на высочайшем уровне. Ты это нашел, Джош. Стрелять на поражение. Если бы ты помог обойти фаервол, я бы не справился. Да, ну, это твоя заслуга. Молодец.
Майка с какашечкой. Резьбу сорвало, знаю. Мы все на взводе. Между прочим, в этом монстре есть и мой код. Если CTOS предупредит о возможности перестрелки, копы задергаются. В общем, не сдохни. Я понял. Мамусик Папан. Мамусик Папан. Так, ладно. Это все было не так уж и сложно, если честно. Тусуем! Мы в баре в Саус-Алито. Давай сюда. Да нет. Я с вами. Спасибо, пока что нет. Я хочу гранатомет взять. А то я с этим говном не хочу бегать. Не взорвешь, не взорвать ничего, ничего. Привет. Мне надо кое-что узнать. Я заеду? Кристина. Конечно, только тебе придется подъехать ко мне. У меня скоро встреча. Кристина. А, Кристина у нас вот здесь. Давайте через ювелирку. Про этих немножко патрончиков закупимся. И мы парочку тачек, в тачек парочку залезли, поэтому... В принципе, сможем продать что-то. О, да, патронов, смотрите. Ой, это я виноват, простите. Сыкло. Да ё-моё. Чё за дела-то? Дай мне бабки. Там кого-то током шарахнуло. Так, пошли. А там кто-то есть. Тихо. Сейчас, секунду. Да. Погнали. Здесь безопасно? Не опаснее, чем в любом другом месте. Тебе не стоит светиться в Окленде. С твоим-то делом. Ты о той лживой записи или о том, что я делаю? Ты знаешь, к чему все идет. Одни люди удобны, другие нет. Цены на недвижимость растут. А те, кто когда-то сделал этот город таким, какой он есть... Короче, ладно, я пропущу это бред. Просто она дала нам инфу и все. Так. А здесь был противник, да, но мы его арестовали. Ну, как мы отдали его мусорам на съедение. Джош, я на месте. Что мне искать? Обычный CTOS-сервер. Наверное, висит где-то на стене здания, как пиявка. Мило. Легко. Нет, это реально легко. Очень легко. Он даже висит не на стене, а на куске фанеры. Которая сама висит на строительных лесах. Так, и сейчас что-то... О! Опасные районы. Так, данные у меня. Похоже, 580-е оставляют где-то машину, а копы ее забирают. Машины каждый раз разные. Копы занимаются контрабандой под камерами CTOS? Они под прикрытием, не отследишь. Значит, нужны только реальные улики. Нихрена себе. Надо найти ту тачку. Я пришлю тебе схему их передвижений. Просмотри. У тебя должен быть доступ к аэроснимку. Так. Понял. Тихо, там кто-то ходит. Давайте проверим. Так, тебя внезапно хотят убить. А... Да уж. Тут только устранителей вызывать. А тебя... А тебя никто не хочет арестовать? А, стоп, все, ладно. Пусть они валят друг друга. А мы валим отсюда. Так, тихо. Нажми В. Просканируй объекты. А, вон те объекты. Так, надо валить отсюда. Это мне нравится. Классно. Все. Со схемой, кажется, разобрался. Сможешь как-нибудь их отвлечь, чтобы перехватить тачку? Да, сейчас что-нибудь соображу. Так. Так, и что нам надо? Приготовьтесь к атаке, чтобы угнать машину. Не понял, чего? А, приготовьтесь к атаке, чтобы угнать машину. Как? Походу, надо просто по следу тачки идти, да? А, нет. А... Подождите, я не понимаю. А, цель задания. Угоните машину, она станет уликой. А, понятно. Они сейчас приедут.
Или как? Что? Что надо сделать? Какую тачку угнать? Ее нигде нету. Так, я не догоняю. А, вот, все. Все, я готов. Они приехали. Прячься. Удачи. Так, стоп. Я на связи. Вон тачка. Надо ее вывести и не разбить. Так, она сейчас подмогу вызовет. Блин! Сейчас выше описание цели. Черт, мусора. А, черт, 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 угоните машину. Так, 8. Транспорт уничтожен? Серьезно? Как я ее уничтожил? Я просто она уехала подальше чуть. Так, все, погнали. Так, давайте. Залезем наверх. И активируем. Все, я готов. Они приехали. Прячься. Удачи. Вон тачка. Надо ее вывести и не разбить. Не моя вина. Так, двое готовы. Пять. А, черт, транспорт в аварийном состоянии. Ай, блин! Вот как сделать так, чтобы нас, как сказать, спалили, что не спалили? Так, стоп, они будут здесь, да? Пять. Ну все. Давайте дождемся этих моментов прекрасных. Стоп. Ай, стоп, не то, не то, не то, не то. Так, заберем. Четыре. Так, стоп, 4. 5. Не-не-не-не, слишком близко. 5. Вот там. Так, а там что мы кинули? Да. Все. Так, дожидаемся противника. Все, и прячемся. Так, на этот раз должно все прокатить. Все, я готов. Они приехали. Прячься. Электронику. Удачи. Электронику. Так, ту мы достаем, да? Эту мы достаем, и ту мы достаем. Вон тачка. Надо ее вывести и не разбить. А что они так далеко уехали-то? Стоп. Он не мог уйти. Ищите. А я и не планирую уходить. Так, стоп, давайте тогда соберем, потому что что-то пошло не по плану. Так, кто-то меня палит. Так, выходим. Все, валим отсюда. Вот так. Врубаем эту хрень и валим. Прием, бро. Черт, тачку протаранил. Валим. На нетрушке. Они нас не догонят. Нас не догонят. Нас не догонят. Погнали.
А я красавец. Так, надо валить быстрее. Надо куда-то свернуть. Давайте вот сюда. Все, слава богу, свалили. Все. Ушел от погони. А что нам с тачкой делать? Все чисто. Но мне нужна помощь. У меня здесь еще есть дела. Найдите место, где мне бросить тачку. Оставь эту плохую девочку мне. Около моста во Фриске. Это где? Я ее как смогу. Это где, где? А. 600 метров. Да, на нетрушке, конечно. Воу-воу! Надо наверх заехать, на мост. Ай-яй! Не падай, не падай. Не развались только, главное. Все, покиньте транспортное средство. Все, тачка должна уехать сама. Рэнч, тачка на месте. Можешь забирать. Так точно, мой капитан. Я даже камеру к съемке уже подготовил. Так, все, мы выполнили задание. Сейчас рубили бабок себе немного. Так, и еще бабок. И еще бабок. 682 бакса. Так, и фолловеров срубили. Сколько? 36 тысяч. Но нам не хватает, да? Хватило. Извиняюсь. 15 уровень. Да, 8 очков. Что с гранатами? Гранаты пока что недоступны. Это плохо. Так, а здесь? О! Да, давайте-ка прокачаем за 8 фолловеров. Сюда приедет крутой отряд, крутая банда. Так, и у нас по заданиям есть что-нибудь? О, дополнительная операция 911. Нет. Давайте-ка раскрасочкой займемся. Мы здесь, это здесь. Да нет, может на тачке лучше доедем. Вот на этой, например. А ну, вылазь из машины, баба. Сгинь, я сказал. Не трогай ее! Советник? О, Маркус, Миранда. Чем обязана? Надо поговорить. Что-то мы, короче, со всеми бабами конфликтуем. Вот моего офиса. Уже еду. Нет, мы не поедем. Мы попытаемся нарисовать граффити. Адрес установлен. Полиция в пути. Так, вылазим. О, смотрите, беспалевно. Без проблем прям вылезли. Так, но нам все равно надо на эту территорию попасть. Ну, это несложно. Благо, у нас есть лесенка. Так, тихо. Тихо. Ждите описания объекта, прием. Тихо. Сдохни. Все, все сдохли. Смотрите, как быстро. Да. Ну, я, конечно, хотел сделать это более беспалевно. Но да ладно. Так, денежки. А, еще вот денежки. А что ты скатился вниз? Так, ладно. Нам нужен кран. Давайте спрячемся где-нибудь. Нет, не здесь только. Давайте, ну, блин, не хочется за взрывчаткой прятаться. Ну да ладно, спрячемся. Так, и начнем взлом крана, да. Опа, там даже... Давайте опустим кабинку. Тут вообще ничего сложного нету. Да, просто опустили кабинку. Потом подняли кабинку, поднялись на самый верх. Взломали все, что надо. Все. Погнали. Да? Все, готово. Так, здесь мы забираем блок данных, взламываем и получаем доступ к еще очередным данным. Так, и здесь. А вот здесь я не знаю, как мы делать будем. Ну,
Потому что, ну, не на чем рисовать, да? Вы сами видите. А, понятно. И как ты это сделаешь? Вот как кверх ногами ты сможешь нарисовать плакат? Вот таким гигантским валиком. Мне вот реально интересно. Я понимаю, он там наносил бы какой-нибудь клей, да, и клеил просто плакат. А тут он рисует граффити, который непонятно каким образом помещается на стене, когда он рисует его кверх ногами из ведра. Да, вот это, кстати, маленькое... Маленький момент они не досмотрели. Так, здесь можно как-то спуститься более беспалевно? Строительная труба. Я думаю, я не умру здесь. Нет? Или умру? Нет, не умер. Хм, замечательно. Так, там денежки бегают наши. Давайте их заберем быстренько. Так, тут валяются наши денежки. Она слышит. Так, все. И, в принципе, так, тут, блин, я, наверное, не знаю, я, наверное, не на запись пособираю вот эти вот. Хотя, да, лучше пособирать их. Вот, дополнительная операция. Я не на запись пособираю очки исследований по всей карте, само собой, потому что они нам нужны, чтобы прокачиваться. Вот я соберу все и думаю, мы будем продолжать. Хотя вот эти два я вряд ли соберу, я потому что пока что не знаю, как это сделать. Ладно, в принципе, пока что на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Форест. Всем пока!